Так, Джиск. Магазин. Хорошее кресло такое. Стоит 3200. Олежику поменять пора кресло. А то у нас уже сделано, переделано это кресло. Да? Нет, уже. Оно нормальное, только я... А тут смотри, со специальными подушками. Я купил с сеткой, то даже нельзя покушать. Со специальными, да, с сетками нельзя, да, да, да. Да. Угу. Так, ну что, у нас подготовка к Новому году. Такие вазочки есть. Ваза с крышкой. Ага, сюда цветочки ставишь, и они не выпадают. Нормально придумано. Таца. Таца. Тоже прикольные всякие штуки. Всякие штуки прикольные. Смотрим дальше. Олежа. Олег. Ты где? А, я тебя кричу тут. Я тебя тут кричу. А ты там. Так, смотрим, что еще у нас есть. Чем украсить? Вот они, орехи. И бордовые, и такие, какие хочешь. И оранжевые. Клетка-подсвечник. Вот уж не понимаю. А вот это уже моя тема. Ох, я люблю вот эти... Тихо, вот как я люблю вот эти сундучки. Я очень люблю эти сундучки. Это своеобразная мебель. 179. Шикарно. Да не обязательно. Так, баночки. Скляночки. Дошли до пластика. Так, пластик. Что у нас с пластиком? Дошли до пластика. Черно-белый. Вот хорошие. Вот такие вот хорошие очень судочки для всякой всячины. Вот так кладешь в шкаф. И здесь уже можно всякие выкладывать специи. В пакетиках, если они хранятся. А тут такие плетеные. Тут плетенки. А он по 329. Угу. Вот такие органайзеры. Чего только не придумают люди. По 179. Такие органайзеры. Обнять и плакать. Ну, елочки уже. Вот такая большая елка. Искусственная 1500. Кстати, очень симпатичная елка. Но у меня есть елка. Она на даче. Надо ее с дачи принести. Белые мне никогда не нравились. Такая композиция никакая. Ни снега, ничего. Низкая цена. Это что, нет? Это не яркие обои. А это что такое? Гирлянда. А, она светится, вот эта вот тоненькая. Почти ее не видно. Она светится, как ниточка. Гирлянда. Здесь по 250. Вот такой венок на дверь. Очень симпатичный веночек. И другой венок есть. Ладно. Дальше пошли. На скамеечке. Возле дома, на даче. Посади Дед Мороза. Возле дома посади Дед Мороза. Останешься без Дед Мороза. Красивый Санта. Санта on bench. Санта на лавочке. На скамеечке Санта он бенч. Очень симпатичный. 275.
Очень красивый Санта. Так. Он просто. Такую вазу поставили. Веточки. Веточки. Красота. Вот они перенесли, Олег. Клеенка новогодняя. Вот это то, что я буду брать. Клеенки новогодние. То, что мне надо. Клеенку новогоднюю. Для кухни. Мне надо взять ее. Так. Очень достойные. Такие вот интересные. Очень. Да-да-да, я смотрю. Я смотрю, зайчики. Я все смотрю. Надо сначала просмотреть, прежде чем взять. Вот это да, это очень такая новогодняя, веселенькая. Очень интересная. Вот это тоже Merry Christmas. Но это послабее. Это просто белое, мне не надо, у меня белые есть. А вот, это весеннее, уже к весне может. Да, наверное, вот эту возьму. Сейчас пройдем, я еще подумаю. Ну, очень уж она симпатичная для Нового года. Да? Почем она? Так, 125 метр, 125 один метр. Была 200, скидка 125. По 125. Берем? Ну, сейчас мы пройдем. Тебе понятное дело, Нина. Я знаю, что ты. Но мне же надо все равно с тобой советоваться. Вот еще такой Санта. Симпатичный. И обязательно коврик к Новому году должен быть Merry Christmas. Если не будет коврика Merry Christmas, значит Merry Christmas не будет никакого. Очень достойные чашечки. Очень достойные, большие. Я люблю, чтобы все было тематично. Если пить... Они не практичны. Почему? Вот объясни, почему они не практичны. Потому что они тяжелые. То есть там сразу горячее остынет сразу. Да? Если горячее. Конечно. Но это высокое. Ты зацепишь, она упадет. Уговорил. Не берем. Непрактичное. Хорошо. Все. Пошли дальше. Вот такое украшение. Вот почему я занималась плетением, и все я это теперь умею делать. Повесить на дверь, и все. Или вот такого. Посадить куда-нибудь. Мне очень нравятся Санта-Клаусы европейские. Так, это что у нас? А это просто бумага упаковочная. Это подарки упаковывать, под елочкой поставить, чтобы стильно смотрелось. Дальше пошли. Ну, здесь вот эти вот я уже когда-то показывала. Это вот я их очень люблю, мне они настолько нравятся. Такие правильные, такие классные. Вообще красивые. Но всего не возьмешь. Не возьмешь. Вот почему я не беру вот эти вот все штуки, знаете почему, девочки? Даже вот когда красные есть, белые там, потому что это все хлам. Если я делаю блинчики, то мне не нужна вот эта штука, чтобы ее, представляете, измазать, потом как ее смывать, это вообще тяжело. Я беру ваточку, наматываю на вилочку, смазываю сковородочку и делаю. И все. Ковры, ковры и опять Санта. Опять Санта. А смотри, какие. Такие мне нравятся. Поставил и пусть светятся себе. Это мне нравится. Такие постели. Так,
Подушки нам не надо, у нас подушек масса. Нам еще надо полотенце. Вот там. А. Банка. И будет еще одна. И это хорошо. Так. Такое полотенце для душа. Даже не банное, небольшое. 199 гривен стоит. Ну и, естественно, в ассортименте. В ассортименте. Да, вот такое тебе надо взять. Кстати, и цвет хороший. Отлично, берем. ХБ чистое. Тебе для тренировок, ты любишь вытирать лобик. А вот большое. По 100 гривен. Не, бери одно оно. Оно одно. Тебе на тренировку. Оно такое же. Точно такое. Нам надо полотенце. Вон еще. Или же подними. Ладно, я тебя подниму. На, держи. Вот есть чуть побольше, по 50 гривен, коричневая. Но коричневая нам не вписывается. Вот это хорошо. Не, я возьму, мне надо на кухню тоже. Одно. Давай, мы спросим, что поменяем. Не, я на кухню, оно же там вымазывается сильно. Ты можешь еще одно взять. Себе. Да, я на кухню возьму полотенчик. Же, это чистое ХБ. Это с таким, с атласным. Это по 39. Да, из-за атласа 39. Это 15. Бери еще одну. Бери еще одну. А, у тебя есть? Все, я беру на... Я беру на кухню. Мне надо, ты мне напомнил. Все, пошли. У меня вот еще красивые полотенчики. Тут вот всякие разные. Вот. По 300. Вот это банная по 300. А вот по 149. Угу. По плотности. Чистая ХБ. Я люблю хлопчатобумажные ткани. Ну, здесь у нас уже все. Ну, такой вот небольшой обзор я вам провела новогоднего нашего магазина GISC. Здесь можно брать любую мебель под покраску. Берешь, красишь. И все. И отлично. Ну, а это я. Всем привет. Сегодня вот так. Такой небольшой вам обзорчик сделаю, чтобы меня пока... Такое у меня пальтишко сейчас покажу. Очень красивое. Так, выйду, чтобы меня не ругали. Все. Пока-пока. Вместе прошлись с вами по магазину. Пока-пока.